Вообще красава, парень. Красавчик! Жека, ты лучший! Не болел пацаначок. Ну это по встречке, ты понял, на красный. Вот этот долбоёб уже понял, ездит уже давненько. Алло. Он ездит. Там за ним гаишник. Да, мне вот из-за такого пидораса, понял? Вообще, вот из-за такого пидораса. Я регистратор снял, прикинь. Все, а, что все снял. Что сделать? А нихуя не сделаю. Сказать что-нибудь, гаишнику, что мне регистратор снял. То есть, я зря стою на избирательном участке. Чего ты сделал? Чего ты сделал? Нет, давайте без этого. Чего? Добрый вечер, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, здравствуйте, меня Максим зовут. Я ни в чем не виноват. Артем, скажите, пожалуйста, а какие доработки в вашем автомобиле? Сигнализация. 72 лошадки. А мигалка? Ё-моё. Еще пару лошадей. Добавляй. Скажите, пожалуйста, а вот правда, вот честно, всегда интересовало, вот у вас же погони опасные. У меня, если честно, правда, родственники у самого в ГИБДД очень много. Вот. Всегда же тяжело гоняться за более мощными автомобилями. Как решается этот вопрос? Правда, я это не просто так спрашиваю. Вот как у вас решается этот вопрос? Мы не гоняемся. А правильно париться не надо, я тоже считаю. Скажите, пожалуйста, а какой у вас объем двигателя? 1700. 1700 кубических сантиметров. И уж совсем глупый вопрос, когда-нибудь в гонках участвовали? Нет. Я желаю удачи. Спасибо вам большое за то, что согласились. Не обижайтесь, ради бога, на мои вопросы, но просто... Здравствуйте. Улыбнитесь, пожалуйста, мне легче с вами будет. Спасибо. Скажите, а в вашем автомобиле какой объем двигателя? Тот же самый, 1,7. 1,7, 72 лошадиных силы, да? Тоже первый раз. Тоже первый раз? На самом деле, сначала будет чуть-чуть больно, финишу уже приятно. Итак, дорогие друзья, мы попросим включить проблесковые маячки. Включите, пожалуйста. Отлично. На старт, дорогие участники. Так, тут проехал. Вот теперь интересно. Так, так, так. Нашим доблестным инспекторам ГИБДД нужно выстроиться. Выстроились. Ваши аплодисменты. Ребята, это шоссе ограничения 90. Там у нас радары на финише. Боже мой, что ж я не сказал? Квитанция ж по адресу придет. Они друг друга накажут сами. Ё-моё. 116 и 117 км в час. Чуть-чуть бы еще и лишение.